Уже сейчас в регионах России проводится благотворительный проект «Рождественская елка ангела», призванный дарить радость детям, чьи родители находятся в местах лишения свободы. Подготовка к этому проекту шла с октября при активной информационной поддержке общественного телеканала ТБН «Россия». Координаторы «Рождественской елки ангела» посещали колонии, проводили анкетирование. Осужденные писали поздравления для своих детей, указывали в анкетах, какой подарок они хотели бы подарить сыну или дочке. И сейчас праздничные почтальоны в различных регионах России посещают детей и несут им весточки от их пап и мам. Напоминаем, что проект «Рождественская елка ангела» стартовал в 2003 году. Сегодня он охватывает десятки уголков России, и в программе участвует около 4000 волонтеров. За годы существования проекта поздравления получили более 30 тысяч детей. В некоторые женские колонии удается в рамках проекта привести детей для встречи с мамами. Проект «Рождественская елка ангела» – своеобразный мост, который связывает детей и их родителей. И не случайно для этого выбрано рождественское время – время семейного единения и прощения.